В общем, казан-базан свой вок мы сделали, обожгли, как смогли. А теперь попробуем что-нибудь на нем приготовить. В дальнейшем планируем сделать печь. Уже заготовки есть, уже ролики начинаются на эту тему пилиться. Будет специально печь под наш вок. И там еще раз я хочу обжечь его по-другому, нормально. Будет там распределение более хорошее, скажем, круглая печь ставится будет на круглое, и распределение тепла будет равномерное. То есть еще раз обожгу. Ну а сейчас как обожгли, сейчас пробуем что-нибудь сготовить на нашем базан-казан воке. Пробуем.
Ну все, друзья, вот такое у нас блюдо получилось в нашем воке или там садж, как там, хоть как. Короче, это диск, дисковая барана. Взяли дисковую барану, новую мне товарищ привез. Большое спасибо тебе, Макс, тезка мой. Все, ободрали ее лепестковым диском, болгаркой, видели, приварили ручки. Можно тут извращаться по красоте, можно хоть что-то сделать. Если, конечно, там было бы мне какой-то в подарок или на продажу, возможно, я бы что-нибудь заморочился. Так как для себя нашел простые скобы, вместо ручек зафигачил. Снизу, как вы видели, приварил болты, заваривал отверстия, заодно и болты приварил, чтобы можно было сейчас снимать, ставить куда-то там за место ножек. Ну и обжигали солью. Солью, когда обжигаем такие материалы, они вбирают все гадости. В общем, верхние слои в железе, там ржавчина, всякая гадость. Соль при накаливании отъедает и в себя как бы забирает все вредные примеси. Все это соль высыпается, протирается тряпкой какой-нибудь ХВ там, не синтетикой, не залипнуть, чтобы жестко. Или бумагой какой-нибудь, можно сральной бумагой туалетной. Вытирается, потом наливаем масло и маслом выжигаем. Прожигаем, прокаливаем первый слой, выливаем еще масло. Тут уже кто как может. Чем дольше, тем толще слой, тем лучше. И можно несколько таких слоев делать. Одним маслом прожигли, вылили еще порцию масла. И вот так вот. В общем, так как я говорил, на казане, на мангале неудобно прожигать. Он неравномерный нагрев, сбоку горит. Тут края не этот. Поэтому у нас уже в процессе производства наша печка под вот эту сковороду, и также под казан будет она, и соответственно там повторно я еще его прожгу, но это в дальнейших роликах. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь на канал и смотрите, как будет у нас печь самодельная своими руками, по дешману, по бюджетке, опять из подручных материалов для вот этой сковороды и для казана. Все, приятного всем аппетита. Вот такое вот яичко, картошечка. Все очень вкусно. Надеюсь, я не отравлюсь. А с вас пальцы вверх. Все. Всем пока.